Закрой глаза. Протяни руки. С днем рождения. Красиво. Мы держим ее на снотворных, на обезболивающих. У нее глубокие разрывы, внутреннее кровотечение. Меня зовут Саймон. Человек, изнасиловавший вашу жену, месяц назад вышел из тюрьмы. Вы из полиции? Я представляю организацию, которая решает вопрос. И мне бы очень хотелось решить ваш вопрос. Вам это ничего не будет стоить. Возможно, когда-нибудь попросим помочь. Я не очень понимаю, о чем вы. Да все вы понимаете. Стойте. Мне позвонили из полиции. Он покончил с собой. Мы с тобой постараемся это пережить. Выйдите на улицу, есть разговор. О чем вы хотели поговорить? А вы как думаете? Человек на фотографии – детский порнограф. Не было речи о том, чтобы кого-то убивать. Не забывайте, что мы сделали для вас. Я не убийца. Ну и что? Дал слово, держи. Ник Джерард? Я так и думал, что это вы, Саймон. Лора. Я навещал друга, у него убили жену. Такая трагедия. Сядьте в 7-й автобус, доезжайте до моста. Дождитесь его. Когда он пойдет через мост, столкните его за перила. Потом позвоните мне и скажите, голодный кролик прыгнул. Надо поговорить. Нет! Нет! У него ничего общего с убитым. Кто сдал меня полиции? Давно ты следишь за мной? Вы, наверное, хороший человек и очень опасный. Убирайся из моей жизни! Голодный кролик атакует.